22-летний Игорь Камынин уже год не может найти себе работу. Раньше был камазовцем, но ушел с завода из-за низкой зарплаты. У молодого человека среднее образование и плюс ко всему судимость. Очень трудно найти работу, особенно, знаете, трудно кому найти, тем, кто был судим или, ну, условно был осужден. В общем, им очень сложно найти. Либо там какие-то условия не те, то есть заработная плата маленькая. Единственное, что удалось найти парню на ярмарке вакансий, это служба контрактником в армии. Зарплата рядового в среднем около 30 тысяч рублей. Другие работодатели говорят, что молодому человеку без образования можно найти свое место и в Челнах, но придется умерить амбиции. Молодежь же работает, конечно, можно найти. Пожалуйста, к нам пусть приходят. Нам всегда нужны кондуктора, нужны водители. Водители трамвая вот со вчерашнего дня начали обучение на водителя трамвая. Работодателям также требуются резчики, маляры, токари, сантехники, кассиры, официанты. Список перечислять можно долго. Вакансий примерно 5 тысяч. Средняя зарплата около 15 тысяч рублей. Всего в Челнах на сегодняшний день официально зарегистрировано 1730 безработных. Кирилл Ерофеев, Петр Греков. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.